Касл вообще на самом деле отличный чел. У нас с Каслом очень тяжело. Ну, были такие разносторонние эти взаимоотношения в игре. Сначала он меня хейтил. Ну, то, что мы там играли в Цислиге, я там подруинивал, и мы там пару раз даже схлестнулись языками. Блять, опять звучит странно, да? Не будем на этом старославянском. Пару раз зацепились. Там слово за слово. Хуем по столу. Я тоже не в ту сторону.